Послушай, сегодня я хотел бы подарить тебе нож за 25 тысяч рублей. Для того, чтобы ты его выиграл, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк, включить колокольчик и писать чем можно больше комментариев от 5 слов. Конечно, указав ID ВКонтакте или Телеграм, чтобы я с тобой связался. Выполнять все условия нужно под всеми роликами, где есть розыгрыш. Ведь именно в них я рандомно выберу человека и отдам нож. 1260 рублей баланс на кейс Фарилы. Прямо сейчас мы открываем эти самые популярные кейсы, которые в принципе должны окупить нас и дать нам ножик. Потому что здесь очень много кейсов, и все они, как заявляют, кейс Фарил окупают. И на самом деле мы очень часто доходили до ножа минимум с 400 рублей, ну и с 5, и 6, и 7, в общем, сайт отдает. Но сейчас баланс 1260 рублей, и наша задача проверить, возможно ли, чтобы он отдал мне нож именно сегодня. Сразу скажу, для всех тех, кто будет играть на этом сайте, есть самый обалденный и самый лучший промокод, и это тепло. Чтобы вы понимали, он дает тебе плюс 25% на абсолютно любую сумму. То есть, если ты закидываешь 10к, тебе приходит 2500 бонусов. Ну даже если ты закинешь 1000, все равно придет 250. То есть, другими словами, любая твоя сумма, она умножается на 25%. И помимо того, что это самый лучший промокод, который дает самый большой бонус, он тебя еще и окупит. Ну а мы приступаем. Баланс 1260. И давай сразу попробуем какой-нибудь прям максимально жесткий кейс. Типа, знаешь, что-то такое? Типа Мастер Гвардиан. Ну, в принципе, нормально. 450 рублей. Мы не будем сегодня 100% сильно жирковать. Попробуем с минимума дойти до максимума. Кстати, чтобы вы понимали, на сайте открылся новый дециматор. Стоп. Вот, ты прикинь, если бы сейчас... Ну, 424 рубля, прикольно. На самом деле, если бы сейчас выпал дециматор, это минимум бы была полторашечка. Ну, давай говорить честно. 424 рубля за скин, который я в первый раз вообще, в принципе, вижу. Блин, это круто. Чем славится Case for You, так это именно тем, что он иногда выдает тебе прям вот вообще такие скины, которые, вот знаешь, ты никогда не видел. Вот смотри, АВП Пав. И ФАМАС, ну блин, ну сколько ты это оценишь? Я бы оценил это рублей в 200. Падает 819. То есть, по сути, да, он нас не окупил. Но мы и не можем сказать, что это минус, потому что минуса здесь нету. Поехали. Дрип Гоку. Ахикапара. Драгонлор. И, в принципе, скинов немного. Цербер, Драгонфайр. В принципе, такие скинчики более-менее адекватные. Поехали. Откроем на 3 раза, посмотрим, как окупит. Если окупит, пойдем дальше. Ну, давай, я очень сильно... Не Ануар, как... Да, это точно дороже. Отлично. 3235. Обалдеть, подожди. Это нас в 3 раза сейчас окупил. Можем попробовать продолжить его открыть еще раз. Потому что в 3 раза это... Вау. Мы открыли на 3 раза на 900 рублей. Теперь мы можем открыть на 3000 рублей. Ой, на 3, да, на 3000 рублей 10 раз. Это просто безумие. Так, давай-ка еще раз так же. Падает. МК опять падает. Опять МК дракон выпала. 5799. Прекрасно. Такое ощущение, что мы сегодня нашли самый окупной кейс. 6287. Кейс Фарил — это единственный сайт, на котором ты можешь зайти, и тебе выпадает какой-то дроп, и ты такой, типа, а что это вообще такое? И он тебя вроде бы окупает. Палладий, 2,5, 5000 рублей на 2 открытия полетели. Добро пожаловать в джангл. Огненный змей, Ахикабара, Голден Кой? Если бы мне сейчас выпало 2 Голден Кой, то есть если бы выпал Дигл бы Карп, но все, мы бы были 100% миллионерами. А так, 5343. 6006 на балансе, нормально. Очень сильно охота открыть чеширского кота, очень сильно охота открыть дорогие, прям самые дорогие кейсы. Честно, я думал, что сегодня мы не можем, да? Но на 3 можем. Думал, что сегодня нас соскамят, потому что на прошлом ролике мы выводили очень много. Но посмотри на количество ножей. Ножи, вулканы там, ну господи, это все так круто выглядит. Только я не понял, кейс вот этот человек бензопила, он здесь уже куча времени, а они его не убирают только по одной причине, потому что его вулкан... И прикинь, вот вулкан был справа, вулкан был слева. Да, спору нет, это окуп, потому что упала контролька, панелька за 6к. Это безумие. 7700, баланс 9000, это реально безумие. То есть мы сейчас сидим, я вот честно скажу вам, как есть. Я не понимаю, когда меня окупает, когда нет. Я вижу, что у меня вулкан слева и вулкан справа. Я понимаю, что это может быть очень дорого. Начинаю открывать, падает, выпадает тебе панелька, которая стоит 6к. И ты такой, типа, чего? Смотри. 11к.
11915. Это просто безумие. Так, как же это прекрасно. 12 тысяч рублей. 12, Карл. Почти 13. Знаете, что я хочу сделать? Если мы сейчас настолько сильно поднимаемся, что мы можем зайти аж на 20-ку, здесь есть кейсы вроде бы в районе 9 тысяч, да. Давай попробуем его. Я знаю, что может не окупить, но черт возьми, давай попробуем. Либо давай попробуем звездный на 2 раза. Тут тоже куча ножей, куча красного. Ну, в общем, ты сам это все видишь. Давай на 2 раза его. Если он окупает, дальше пойдем уже в самый дорогой кейс. Попробуем дальше. И сегодня еще очень сильно хотел сделать апгрейды. Если так пойдет, я не понимаю. М4 гвардион и пилот. Ну такое, да? Как бы нормально. Минус 400 рублей, можно сказать, даже круто. Потому что вообще не должен был на сайт окупать сегодня. А так мы вроде бы даже сегодня что-то и выведем. Глок 18 галактика дорого стоил. Это 100% не окуп. Вот это я сразу могу сказать. 5600, я прям почувствовал, что это 100% не окуп. Ну давай тогда попробуем открыть кейс за 1000. Тут по-любому есть кейс в районе, ну, 750 рублей. Тире косаря. Но вот этот кейс я вообще не открывал. CSGO вообще ни разу не видел. Давай попробуем. А почему нет? Давай попробуем на 5 раз 7500 и потом все это закинем в контракт. Ни хрена себе. А потом уже будет горячо. И если пойдем сейчас в контракт, по-любому будем играть в режим психопата, потому что он самый окупаемый. Бульдозер, интеграл, десяточка. Прекрасно. Вообще отлично. Заходим в контракт, закидываем все, что у нас есть, в психопата. Получим минимум 2000, но максимум 102 тысячи. Просто возьми и просто максимально сильно окупи. Я хочу 9300. Неплохо, нормально. А теперь 9300 в апгрейд и давайте попробуем сделать какую-нибудь грязюку. Мужики, все, кто меня сейчас смотрит, обязательно участвуйте в розыгрыш на нож, который будет у нас совсем через неделю. В начале ролика разыгрывается 25 тысяч рублей. Пишите комменты, лайкайте видосики, это важно. Сейчас наша задача сделать... Давай 20-ку. 20к, и я ставлю этот нож на вывод. Стоп. Отлично. Вот сейчас мы могли, кстати, проиграть. Ну а так, в принципе, 68%, то есть это минимальный процент на кейс варили, вроде бы заходит и заходит хорошо. Конечно, не забывайте, что если вы будете играть, используйте промокод тепло, он дает плюс 25%, и это абсолютно имба, самый лучший и самый окупаемый промокод, который только здесь есть. Последний раз закручиваем, и вот сейчас решится судьба. Если сейчас он мне отдает... Да! Это паракорд за 20к. Изи.